27 сентября 2014 года на базе этнокультурного палка в селе Ып прошел турнир по коми-национальной борьбе «Зумыт-Ош», посвященный памяти учителя Панева Зосима. Турнир был организован автономной некоммерческой организацией спортивно-профилактика лечебного общества волонтеров, руководителем которого является Константин Бадокин. Я присутствовал на этом турнире в качестве эксперта, ну и независимого, будем говорить так, зрителя. Турнир прошел на достаточно высоком уровне. В турнире приняли участие более 100 спортсменов. Кроме того, что спортсмены соревновались, еще была возможность и попробовать коми-национальные виды спорта, такие как метание топора, например, в котором я тоже принял участие и достаточно далеко метнул этот топор. В настоящее время подготовлено учебно-методическое пособие. Вот на диске на этом оно размещено. Учебно-методическое пособие по коми-национальной борьбе «Зумыт-Ош». В настоящее время пособие проходит экспертизу и в дальнейшем будет утверждено на учебно-методическом совете КРИРО. Ну и в дальнейшем будет рекомендовано к распространению в качестве пособия для организации дополнительного образования детей в спортивной направленности.